Как думаешь, ему понравится? Так-так. Клаки. Посмотрим, что у нас здесь. Лишь бы ему понравилось. Ну, как вам? Сойдет. Вау! А что за сэндвич? Лишь бы пронесло. О, это мой шанс. Посмотрим, как тебе это на вкус. Мой фирменный соус. Ха-ха-ха! Я переоценил тебя, Кэтнэп. Ты знаешь, как удивить. О, Клаки, что с вами? Кажется, его убили. Бежим отсюда! Дорогой! Мисс Клаки. Упс! Детектив Сёркл на месте. Похоже, тут произошло убийство. Мэм, я профи. Позвольте разобраться с этим. Тромтрик! Теперь исследуем место преступления. Минуточку. А это еще что? Нужно провести анализ. Тромтрик! Отлично! Давайте, мисс Клаки, сейчас мы все узнаем. Анализ еды включен. Сканирование. Еда отравлена. Я так и знала, мисс Клаки, выпьете. Зерно отравлено. Эй, не плюйтесь, как не стыдно. Зачем вы ели улику, а? Я так проголодалась, простите. Это будет непросто. Итак, у нас четверо подозреваемых. Хаги, Кэтнэп, мисс Клаки, вне подозрений. Тогда кто это, а? Эй! А это еще кто? Вам доставка. Кэтнэп, забери ее. Я? Ну ладно, секунду. Я тебя раньше тут не видел. Я новенький. Ой. Ты что? Не теряй. Спасибо, сэр. Мне пора. Пока. Наверное, первый день. Ну что, посмотрим, что внутри? Ну и ну. Что там? Это бомба! Что делать? О, нет. Она же сейчас взорвется. Помогите. Я разберусь с этим. Тромтрик. Эй, как я тут оказался? Приятного аппетита! Это мне? О! Да-да, ешь, пока теплое. Ну ладно! Оу! Немного острое. Интересно, что это было? Лиловая шерсть. Где-то я ее уже видела. Это не твое? Ну что вы, нет! Сейчас мы это проверим. Запустить анализатор. Как же страшно! Это убийца. Я так и знала. Это все твоих лап дело. Нет, меня подставили. Я просто линяю. Вот негодяй. Зачем ты сделала это с моим мужем? Отпусти меня. Похоже, этим действительно могли воспользоваться. Нужна повторная проверка. Тромтрик. Не убийца. Тогда кто это? Подозрения сняты. Но кто бы это мог быть, а? Эй, ребята, я кое-что нашел. Это не мое! Не смей нам врать! Не трогайте меня! Скорее за ним! Похоже, он скрылся. Смотри, Сёркл, возможно, он там. Точно, думал спрятаться от нас. Устроим засаду. Спасибо, Клаки. Но я ему и устрою. Ты готова? Ага, идем. Я за тобой. Нам обязательно ползти. Нельзя, чтобы нас заметили. Отлично, мы на месте. Открывай на счет три. Хорошо. Стоять! Что? Попались! Теперь вам не выбраться. О нет, только не снова. Что же делать? Прощайте. Вкуснятина! Скорее сюда. О, мое новое любимое блюдо. Прошу, спаси нас. Иди ко мне, моя любовь. Чего застрял? Ешь быстрее. Добавим остроты. Вот теперь идеально. Ох, просто деликатес. Благодарю. Ну и ладно. Эй, Сёркл, взгляни туда. Посмотрим. Ага, кажется, это следы нашего подозреваемого.
Но куда они ведут? Сейчас узнаем. Ха, должно быть, он где-то здесь. Чу, мы уже рядом. Док Дэй? Ой, извините. Так все это время это был ты? Сейчас мы все узнаем. Тром Трик! О, что я сделал? Отпустите меня! Не так быстро. Сперва допрос. Лучше отвечай по-хорошему, или будет хуже. Но я ничего не делал. Неужели? Мне кажется, ты что-то недоговариваешь. Я тебя сейчас заклюю. Выкладывай все, что знаешь. Ха-ха, это точно собьет их с толку. О, ребята, смотрите! Что это? Список жертв обновился? Раньше тут не было Кэтнэпа. Выходит, что Кэтнэп следующий. Зачем он тебе сдался? Говори, или я в тебе дырку сделаю. Теперь у нас есть прямые доказательства. Док Дэй преступник. Но это не я, как вы не понимаете? Ха-ха, подержи мою биту. Что? Откуда это? Ага, вот врунишка. Хватит пудрить нам мозги. Ты хотел разобраться с Кэтнэпом битой, а? Ты идешь с нами. За тобой нужен глаз да глаз. Мы тебя не отпустим. Убийца, никогда тебя не прощу. А теперь рассказывай, зачем ты его убил? Что? Я не делал этого, бедный Клаки. Отлично, дело раскрыто. Трон Трик. Что за странный запах? Я не знаю. Не могу дышать, Трон Трик. О нет, кто-то выпустил газ. Помогите! Кажется, его заклинило. Ну давай же, поднимайся. Вот упертый. Кажется, мне не хватает сил. А, что делать? О, если набрать достаточно лайков, то я точно справлюсь. Ребята, прошу вас, помогите, нажмите на лайк. Мне нужно больше сил, чтобы спасти всех. О, я начинаю чувствовать. Вау, спасибо. Трон Трик. Отлично, мы справились. Выдыхай. Фу, я думал, мне конец. А где мисс Клаки? Смотри, последний раз она была тут. Как странно. Куда она подевалась? Давай поищем зацепки. Пока ничего. Бинго! Что это за шнурок, а? Наверняка его оставил преступник. Эй, может, освободишь меня? А? Зачем? Идем. Вот, отстой. Нить привела нас сюда. Я чувствую, мы рядом. О, почему мир так жесток? Я не заслужила двойку. Признавайся, это ты убила Клаки, а? Ага. Мой тест, верни его. А? Я с тобой разговариваю. Я знаю, это твоих рук дело. Я не отпущу тебя, пока не получу ответов. Вот тебе еще. Что? Это несправедливо. Пора валить отсюда. Да что здесь происходит? Эй, прекрати, ты нас сейчас затопишь. Ну и что теперь делать, а? Булько, скорее, Трон Трик. О, прости, я не могу это контролировать. Все-таки это не она. Секунду, работа же была у нее в руках. Тут замешан кто-то еще. Но кто? О, там есть отпечатки. Спасибо. Ты идешь со мной. Где анализатор? Нужно узнать, чьих это рук дело. Привет! Может, вас чем-то угостить? Мы здесь по делу. Отлично. Сейчас мы прольем свет на это дело. Трон Трик! Убийца человек в черном. А это еще кто? Ребята, все ко мне! Нам нужно объединить усилия, чтобы поймать его. Я согласна. Я тоже. Устроим ему встряску. Ну, держись. Теперь ему нас не одолеть. Мяу. Бойся Кэтнэпа. Грозу преступности. Ура. Что? Ладно, идем. Берегись. Эпичный выход не получился. Попытка номер два. Вставай, грусть. Подозреваю, что он где-то здесь. Грусть, ты с нами или как? Ага. Трон Трик. О, отличный план. Будешь приманкой. Может, не надо? Поздно. Трон Трик. Ладно, только не бросайте меня. Устроим засаду. Отлично. Вы ведь спасете меня. О нет, как же тут страшно.
Ага, похоже, твоя команда тебя бросила. Он купился. Сёркл, пора. А ну, стой. О, нет. Подвинься. Я не могу. Сам подвинься. Ага, вот неудачники. И долго мне ждать, а? А, что тут происходит? О, будешь попкорн? Да хватит толкаться, дай мне выйти. Он же сейчас уйдет. О, сырный, спасибо. Наконец-то, не с места, мы поймали тебя. Ну хоть доесть дайте. Вот, возьмите цепь. Отлично, теперь не сбежишь. Дело раскрыто. Ха, отличная работа. Ага. Теперь узнаем, кто же это был. О, не может быть. Гнев? Как ты тут оказался? А, где злодей? А? Он побежал в ту сторону! Не кричи! Так-то лучше! Чтобы поймать преступника, нужно мыслить как он! Что это, Сёркл? А? Может, это она, преступник? Я так и знал! Стоять! Эй, вы что творите? Ребята, снимите их с меня! Ни за что! Больше ты нас не проведешь! Грусть! Я тебя поняла! Садись! Признавайся, зачем ты убила Клаки? Я этого не делала! Развяжите меня! Ну, держись! Оу, слишком жестоко! То, что нужно, ты нам все расскажешь! Ну, хватит! Это невыносимо! Постой, у меня способ получше! Ну что, теперь ты нам расскажешь, а? Ах, как хорошо! Скажи, это ты человек в черном? Нет, я Сёркл, честно. Она точно врет. О нет, смотрите. Ох, вот же он. Ха-ха-ха, вам ни за что не поймать меня. Трун-трык. О нет. Пора прощаться, ребята. Ха-ха. Ложись. Я свободна. Вот мазила, оу. О, бедный Кэтнэп. Не время плакать, скорее в погоню. Ох, как меня это достало! Ну что, вы нашли его? О, ты как раз вовремя. Эй, а это что? Похоже, вот его следующая жертва. О, бедная девочка. Мы должны спасти ее. Вы это слышали? Скорее! О-оу, будьте аккуратнее. Тут лазеры. Ха-ха, только посмотрите на себя! У вас ничего не получится! Ха, лузеры! О нет, и что мне теперь делать? Попробую! Стой! Эй, ладно, ладно, я стою! Ты хочешь, чтобы с тобой случилось то же самое? Хватайся за циркуль! Оу, я не дотягиваюсь! Теперь я точно отсюда не выберусь! Оу, как же мы можем ей помочь? А? Ага, думаю, теперь мы справимся. Одну секундочку. Бегите! Скорее, мы должны спасти малышку. Бежим! Мы на месте! Тут нужен деликатный подход. Ох! Чуть-чуть! О, я помогу! О, теперь сюда, лишь бы ничего не задеть. Кажется, я уже ближе к выходу. Ура! Получилось! Ой, мы тоже перешли? Ага! Отличная работа, ребята! Секунду! Это очень подозрительно. Отправляем в улики. Хм, кажется, я взяла след. Оу, идем за ней! О, да! Чувствую, мы уже близко. О, тогда вперед! Ага, следы ведут сюда. Что? Думаете, это дело рук убийцы, а? Нужно заглянуть вовнутрь. Трун-трик! Как хорошо, когда никто не мешает. Я! Как же тут весело! Ага, попалась! Она что, нас не слышит? Ля-ля-ля, ой! Я тебе такое ля-ля устрою! Упс, кажется, мне пора уходить. Извините за беспокойство. Упс! Отстань от меня! Чего прилипло? О, какая она неуклюжая. Даже не пробуй сбежать. Я так и знала. Та же прядь, что и на месте преступления. Держите ее! Разберись с ней! С радостью!
Трунтрик. Ха-ха, попробую бежать теперь. Ну куда же ты? Мы еще не договорили. Как голова кружится. Кому-то пора за решетку. Что? Ребята, постойте, вон настоящий убийца. О, выходит, он снаружи. Пора покончить с этими эмоциями. Я сотру эту улыбку с твоего лица. О, какой негодяй! Не спеши, сила радости, Трунтрик. Что это? Какой яркий свет! Пожалуйста, хватит! Трунтрик! Эй, смотрите, кажется, он кое-что забыл. Какой странный сундук! Открывайся! Смотри, это же оттиски. Думаю, воск поможет раскрыть эту загадку. Дай огоньку. Не зли меня! Продолжай в том же духе. Он почти растаял. Ну что? Замечательно. Теперь испытай мою теорию. Возможно, это и сработает. Трунтрик! О, шкатулка открылась! Можно взглянуть? Я убила радость. О, опять меня все обвиняют. Мне место в тюрьме. Да что же там такое? О, нет! Я убил радость! Так это был я? Я иду в тюрьму с тобой. Все, мы сдаемся. Ребята, снимите наручники. Я знаю, что это не вы. Идем искать настоящего убийцу. Пойдем. Должно быть, он где-то здесь. Видите его? Пора забрать у нее циркуль. Ну и кто теперь крутой, а? Точно не я. Как ты об этом пожалеешь? Посмотрим. Трунтрик. О нет, только не это. Проклятие, как ему это удалось? Но все, игры кончились. Ар-ар-ар. Не раскусить. Я разберусь. Ну же, открывайся. Ребята, помогите нам. Давайте наберем побольше лайков, чтобы помочь гневу. Мы вас очень просим. Нажмите палец вверх под этим видео. Пожалуйста, без тебя мы не справимся. Поставь лайк, я тебя очень прошу. Еще немного. Все, мы свободны. Можем выходить. Ладно, идем. Только ни звука. Отлично, теперь мне никто не помешает. Бежим. Что дальше? Эй, вы меня забыли! Всегда хотел это попробовать! Трунтрик! Объедение! Хочу добавки! Так, еще вкуснее! Вот злодей! Думаю, пора действовать. Верю в тебя. Сейчас я верну свой циркуль. О, как я его не заметила. Нужно тебя наказать. Что? Да как он смеет так говорить? Трунтрик! Как тебе такое? Ай, как горячо. Стоять! Что? Не убегай, мы так долго тебя искали. Да отпусти ты меня. Я его упустила. Ребята, может вам помочь? Да уж, не мешало бы. Ну ладно, Трунтрик. О, совсем другое дело. Вот это сила. Спасибо, Грусть. Вы самая лучшая команда. Ой-ой, не так крепко. Ой, простите, вы в порядке? Это сложно так назвать. Трунтрик. Думаю, нам нужно догнать его. Ты права. Ну вот ты и попался. Слишком поздно. Вам уже не спасти эту девчонку. Прощайте. Стоять. Ого, как ты это сделала, а? Держись, малышка, мы мигом тебя развяжем. Теперь тебе некуда бежать. Тебя ждет тюрьма. Прошу, не надо! Трунтрик! Пока-пока. Там тебе самое место. Дело закрыто. Что? Эй! О нет, мисс Циркуль! Что случилось? Не может быть! Идем, Грусть! Нужно попробовать достать Циркуль. Малышка, ну не расстраивайся! Возьми циркуль! Вау!
Оу, а что это за вид? О, нет, взрослый, прячемся! Ауч, могли бы и предупредить. Как ты там сёркал? О, мне так грустно. Что это у тебя? Очередной мусор. Прошу, не надо, это моя подруга. О, но раз подруга, то как тебе это? И что ты сделаешь? Заплачешь, а? Неудачница. Я этого не прощу. Но все, с меня хватит. Райли, прекрати немедленно. Это непозволительно. Выходи к доске. Да что с ней не так? Ужасный день рождения. Что же мне делать? О, она не готовилась. Кто-нибудь, пожалуйста, подскажите ей. Перестань нервничать. Шпаргалки уже тут. Да, но на этих шпаргалках ошибки. А тут такой ужасный почерк. Ничего не разобрать. А, бесит. О, бедная малышка. Такой стресс в день рождения. А, подруга, посмотри на меня. Я показываю тебе ответ. Что она там машет? Она сделала новый маникюр? Я не понимаю. Эй, сюда. Ау, так лучше видно. О, спасибо, ты чудо. А я переживала, ответ такой легкий. Спасибо тебе, подруга. Ну что ты, я всегда рада тебе помочь. О, это так мило. О, новое воспоминание в копилку. Так люблю эти милые воспоминания. У меня для тебя подарок. Билеты в аквапарк. Сходим вместе? А? Это так мило. Конечно, идем. Вау, как здесь здорово. Кажется, день начинает налаживаться. Да, мы сейчас оторвемся по полной. Вкуснотища! Ом-ням-ням-ням-ням. Какая же ты забавная! О, новое воспоминание! Сегодня я в выигрыше, ребятки! О, это тот краш из параллельного класса! Так, немного разомнемся. Кто здесь хозяин ринга? Привет, малышка! Это он на нее взглянул? У нее нормальная прическа! Тревожность, перестань паниковать! Скорее, отвечай ему! Будь милой, будь смешной! Эй, подруга, с тобой все нормально? Привет, крепыш. Упс. Ха, забавная малышка. Может, попробуешь махнуть кулаками? Окей. Держи. Эх, какой он тяжелый. Я такая неудачница. Не унывай, детка. Теперь мы покажем ему твои сильные стороны. Приготовились к полету. 3, 2, 1, гоу! Нет уж, сейчас он увидит, на что способна эта забавная малышка. Да ты крутая! Кстати, у меня намечается тусовка. Придешь? Да, с радостью. Ты такой милый. Все на выход. Эвакуация! Эвакуация! Неопознанный объект прилип к мальчику. Ну что, тогда до встречи. Что это только что было? Не верю своим глазам. Самый красивый мальчик в школе пригласил меня на свою тусовку. Да, но что мне одеть? Не пойду я в этом скучном старье. Надо что-то особенное. А что у нас здесь? Это слишком детское. Это слишком цветное. Может, это или это? О, папа! Помоги определиться, рубашка или комбинезон. Да-да, мне все нравится, просто великолепно. Но ты даже не посмотрел. Эй, о, мама, мам, что мне одеть? Детка, главное, чтобы одежда была чистой. А то неряшливостью ты точно в своего отца. Ну, класс, очень сильно мне помогли с выбором. Эх, эта рубашка слишком велика. Она будет как серая мышь. Прекрати. Еще все поправимо. Главное, хорошее настроение, а не одежда. Потанцуем. Улыбнись. О, нет-нет. Дай мне еще один шанс. Немножко подкорректируем. Да, и тут поправим. Постоянно она находится за пультом управления. Достала уже. Да, хватит унывать. Добавим немного аксессуаров и полетели покорять этот мир. Ха-ха. О, зачетный прикид. Ты сегодня на высоте. Как и всегда, в принципе. А ну, малой, иди-ка сюда. Принеси еще колы для леди. Сейчас, я мигом. А это еще кто приперся, а? О, подружка. Кажется, мне нужно было выбрать наряд поярче. Я слышала, ты любишь хоккей. Рубанем партию? Да, с удовольствием. Взгляни, она позволила мне постоять с ней рядом. Держи клюшку, а? Я в тебя верю, ты для меня всегда победитель. Ага, пошли. Пора брать управление на себя.
Обезвреживаем их. Что она творит? Немедленно открой! Да, ребятки, сейчас мы оторвемся по полной. Веселуха! Ну что, пойдешь ко мне в команду? Я хочу к тебе, ты такая классная. О, а меня? Кто выберет меня? О, выдох, у меня все получится. Посторонитесь! Давай, порви ее, покажи свое мастерство! О, нет! Вау, какой гол! Ты такая крутая! Конечно, крутая. А теперь твоя очередь показать, что ты умеешь. Бей прямо в центр. О, как я люблю такую движуху! Выпусти нас! Ой, тут электричество! Сосредоточься, не опозорься! Пожалуйста, не нужно больше! Мне не нравится эта игра! Кажется, я ушибла ногу! Как корова на льду! Лузерша, а ты красотка! Вы мне льстите, но мне уже давно пора менять компанию неудачников! Ты выбрала правильную сторону, малышка! Предательница! Давай научу тебя одному приемчику. Взгляни, как надо эффектно заходить в класс. Но я так не умею. Все ты умеешь. Добавим немного адреналинчика. Ох, этот музончик бешеных гормонов. Ну ладно, рискнем. Дети всем. Что это? Где мои очки? Я ничего не вижу. Ой, простите меня. Упс. О, нет. Какая я неуклюжая. Что за? Ты? Это уже ни в какие ворота не лезет. Ты провалила тест. Вон с моих глаз. Малышка, как же мне помочь? Сначала надо разобраться с этой выскочкой. Дайте мне только до нее добраться. И жду твоих родителей в школу. О, мои любимые очки. Такой оправы мне больше не найти. Самовлюбленная училка. Я же ни в чем не виновата. Что случилось, малышка? Что это? Ах, ты провалила тест? Нет, я не виновата. Что? Ну как же так вышло, а? Ух ты! Славный молоточек! Отстаньте от меня! Я не хочу с вами разговаривать! Уходите! О, мы здесь застряли. Ее жизнь разрушена. Мы скоро выберемся отсюда. Ой, что происходит? Твои слезы. Давай поплачь еще немного. Да, ты сделала это. А, ты умница. Больше не буду говорить тебе «не плачь». Ну что, попалась, негодяйка? Теперь ты больше не коснешься пульта. Ну, еще разочек. Ты наказана. О, у меня есть веревка. Сиди здесь и не рыпайся. А мы пошли расхлебывать твою кашу. Развяжите меня немедленно. Взгляните на нашу малышку. Кажется, все начинает налаживаться. Все бы не портилось, если бы не эта глупая выскочка. А, что произошло? Пульт завис и не работает. Кажется, я поняла. Ребята, помогите развеселить нашу девочку. Ваши лайки, ее положительные эмоции. Скорее, без вас мы не справимся, друзья. Еще чуть-чуть, поднажмем, ребятки. Вы молодцы, спасибо, друзья. К делу. Посмотрите на это, сработало. Мне так грустно и обидно. Давай, мы забираем твою грусть себе. И мне немного своей грусти отдай. А мы тебе взамен немножко радости. Посмотри, что у нас для тебя есть. У нас вышло. Ребята, поделитесь и вы вашим лучшим воспоминанием в комментариях. Он даже лучше, чем я представляла. Я так счастлива. Можно мне открыть, а? Конечно, дорогая. Добавим несколько деталей. Все готово, можем приступать. Да, давайте начнем игру. Дорогая, не забывай, о чем мы договаривались. Конечно, милый. Еще немножко, у меня получится. И гол! Вот неудача. Да, очень грустно проигрывать, но как же я рада за тебя, мое солнышко. Ах ты наша маленькая чемпионка. Приготовьтесь, друзья, сейчас будет много хороших воспоминаний. Поймал. Ловлю, поставлю их на место. С вами очень весело, но мне пора в аквапарк. До встречи. Да чего же милый у нас ребенок. Привет, Молли. Ой, опять неудача. Не грусти, давай я сыграю вместе с тобой, а? Вау, с первого раза! О, да ты везучая! Вау, еще и классный приз! Это тебе! Прости за мое поведение в прошлый раз, это было глупо!
Ох, обожаю эти счастливые моменты. Я тоже. Давай я поставлю его на место. О. Дайте мне пульт. О, я хочу нажать кнопочку. Подруга, не подпрыгивай так на моем кресле. Иди лучше в угол посмотри пейзажи. Спасибо еще раз. Ты так добра ко мне. Не за что. Мне пора. Пока-пока. Здравствуйте. Ой. Мои любимые очки. Мне никогда не найти достойной замены. Ах. Ах, кажется, пора нам с вами прощаться. Эй, вы нужнее. Тромтрик. Ой, что это? Вау, новые очки. Возьмите, пожалуйста. Это мне? А? Да, это вам. Извините за сломанные очки. Ну-ка, примерим. Чудесно сидят. Спасибо. Это еще не все. Проверьте, пожалуйста, еще раз мой тест. Да, давай. Сейчас. Да, все отлично. Супер, спасибо. Вот родители обрадуются. Пока-пока. Привет всем. Что у вас здесь? Давай-давай, бей посильнее. Я устала. Ты бы не могла заменить меня на поле? Конечно, с радостью. Что? Ты решила играть против меня, а? Ну, сейчас я тебя обыграю. Ахнуть не успеешь. Давай, лузерша. Твой выход, дорогой. Леди и джентльмены, готовьтесь к мгновенному разгрому. Хай-я! Сейчас увидим, кто из нас лузерша. Кажется, королева упала с трона. О, нет, моя любимая клюшка. Получила по заслугам. А клюшка здесь при чем? Она не виновата, что хозяйка глуповата. Тревожность, нужна твоя услуга. О, спасибо за удобное кресло. Ты такой гостеприимный. Включаемся, ребята, надо вмешаться. Давайте сделаем это вместе. Да-да, согласна. И все вместе. Трум-трум-трик. Давай руку. И возьми мою клюшку. Спасибо большое. Пошли, подруга. Пока-пока. Нежданчик, друзья. Круто ты ее уделала. Давай попробуем твои силы и в этой игре. Давай. Кто это там в телевизоре, а? Спасите меня! Выпустите меня отсюда! О, как она туда попала? Эй, куда ты подевалась? Ау, это не смешно! Подруга, ты должна нас отсюда вытащить! Я постараюсь! Оу, кажется, я поняла! О, что же нам делать? Ищем выход! Туда, к двери! Давайте, у вас получится! О, нет, они закрыты, мы не сможем пройти. Но Кэтнэп и Дог Дэй, да. Ага, ну же, давайте. Ты права, но как это сделать, а? Должно быть решение. Взгляни, фигурки Кэтнэпа и Дог Дэя. А еще здесь настольная игра. А? Они должны быть в этой игре. Давайте, у вас получится. Вау, точно. Им нужно пройти этот маршрут и дойти до финиша. Вау, давай ты будешь Дог Дэй, а я Кэтнэпом, а? Взгляни сюда. Я? Упс. Мои очки. Иди скорее сюда. Более энергично, девушки. Ау-ау. Это что, землетрясение или сотрясение моего мозга? А это еще что такое? Мы прикованы. Кто-нибудь помогите. Что здесь происходит? Мне страшно. Кажется, нас макияжат под персонажа игры. Ты права, мы начинаем мейковер. Кажется, ты права. Мы начинаем превращаться. О, а мне это начинает нравиться. Вау, как круто. А с нами точно все будет в порядке. Ух ты, прикольно. Да. Видала, какой у меня маяк, а? Рар! Круто! А ты видела мой? Идем к доске. Смотри, теперь нам нужны лапки, перчатки.
Ну и как нам их сделать, а? О, я придумала. Положись на меня. Надеюсь, у нее получится. Ага, вот они. Ну разве я не гений, а? О, я поняла. У меня тоже такие есть. Время шить. Согласна, а? Еще бы. Но сперва нужно вырезать форму. Нужно поторопиться. Только посмотри. Ага, я тоже сделала. Давай 5. Ой, ладно, идем. Теперь я кину кубик. Трум-трик. Ух ты! А что это? Похоже на челлендж с туалетной бумагой. О, пойдем попробуем. О, смотри, сколько призов. Чур, я первая. Нужно дотянуть стаканчик до обратной стороны стола. Ух, стоп. А? Я выиграла Скитлз. Приз мой. Думаю, мне повезло. Я так люблю Скитлз. Ой, мои волосы. У меня идея. Попробуем желтый. Ого, работает. А? Я знаю. Мне нужен фиолетовый. Ну-ка. О, то, что нужно. Мне так нравится. Теперь ты. Ой, как круто. Думаю, я заслужила немного молочка. Ах, какие милые ушки. Ладно, я тоже попробую. О, морковка, погрызу немного. О, что происходит? О, нет, это не те уши. Нужно это исправить. Ух ты, а что за приз? О, это же гаджет для косичек. Ой, молодец, Кэт. Только взгляни на эту укладку. Разве не прелесть? А, попробую кое-что еще. Думаю, косички подойдут к моему образу. Класс, мне нравится. Ого, даже ушки изменились. И просто супер. Тебе как? Выглядишь потрясающе. О, и косточка на закуску. Ха-ха. Пойдем, мы еще не закончили. Ну что же, теперь мой ход. Трум-трик. Оу, а как там мои девчонки? Посмотрим. Ура, мы выиграли, как здорово. Ну уж нет, я вам не позволю. Воу, держись, Кэт. А, только не это. А я так надеялась. Эта мисс Делайт уже достала. Посмотрим, что нам выпало. Выхода нет. Ребята, помогите нам, пожалуйста. Поставьте лайк, чтобы мы могли продолжить наше испытание. Давай еще немного. Не хватает совсем немного. Пожалуйста, поставьте лайк. Мы на вас рассчитываем. Ура! Вы большие молодцы. Кофточка. Это для меня. Но где ее взять? Ого, смотри, я мигом. А, я могу помочь? Ага, можешь меня обвести? О, без проблем. Ха, так и лежи. Как клево ты придумала. Подожди, я почти закончила. Ага. Отлично. Теперь, когда есть мерки, можно вырезать. Ху, получилось. У меня есть лекало. Оу, Кэт, что это? Ха, краситель, но необычный. Не хочешь попробовать? Всего пару капель и готово. Ой, как круто! Спасибо тебе! Добавим немного меха. Трум-трик! Украсим на штоп. И на рукавах. Какая прелесть! Все еще чего-то не хватает. О, просто идеально! Теперь отлично! Примерим! Ух ты! Выглядишь потрясающе! О, да, мне тоже нравится! Продолжим игру. Трум-трик. Мой ход. А, светофор? Как странно. Мой экран загорелся. Кажется, пришло время потанцевать. Только непонятно, где именно. А, вот где платформы. Теперь можно попробовать. Ха-ха. Отлично. Надеюсь, у меня получится. Все-таки ча-ча-ча пригодилась. О, да. Вперед, Кэт. Я верю в тебя. Ты всех победишь. Спасибо, Молли. Стараюсь изо всех сил. Ну что, я прошла? Ура, я победила. Танец победителя. Ого, а это еще что? Привет, ребятки. Наверное, приз тут. Вау, как красиво. Какой комбинезон. Не терпится примерить. О, ну как я тебе, а? Тебе так идет. Мяу.
спасибо. Только посмотри, мы прошли задание. Ну тогда, теперь моя очередь. Трум-трик. Понравилось видео? Ставьте лайк, напишите комментарий и жмите колокольчик, чтобы мы в него позвонили, когда выйдет новое видео.